Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Произошла эта история с одним хасидом из Израиля, который отчаялся в жизни. Нет, у него все было в порядке, он не был болен, он не был нищий. Он просто начал анализировать свою жизнь. Он говорит: я живу скучной жизнью, я делаю обычную повседневную работу, я езжу в школы, в садики, покупаю продукты на шаббат, я никому не нужен, мне скучно так жить, я служу Всевышнему, и я понимаю этот смысл, но я не могу осознать, что так продолжается все время, и все это так эндемично. После этого у него начались в жизни изменения. Раввин его города позвал, говорит: давай, будешь моим помощником, будешь делать шлихус. Потом многие люди начали просить его много о чем. После этого его стали звать давать уроки евреям, которые еще не соблюдают. И так продолжалось, и это было очень длинное время, после чего он возрадовался. Он говорит: спасибо Всевышний, просто что мне нужно было добавить, это чтобы я приближал евреев к Торе, чтобы я был занят делом. Я всю жизнь занимался не своим делом. То есть, да, безусловно, у меня была семья, я давал цдоку, я соблюдал заповеди Всевышнего, но мне нужна была работа, работа с людьми. Спасибо тебе, что ты помог. То есть, давайте разберем эту майсу. Ему было скучно, да, потому что он жил обычной жизнью. Все, как живут миллионы, миллиарды людей. В основном она не отличалась ничем. И все, что ему нужно было, это помощь Всевышнего в добрых делах. Он нашел свое призвание. Ему помог Всевышний. Так давайте же и мы с вами найдем свое призвание и будем радоваться каждому моменту, когда нам дается шанс сделать шлихус. Браха в слухах. Всем хорошего дня.